բադալին քիչ առաջ այդ մասնաբանի հետ զրուցեցի մասին, որ այն բանակցությունը որ դուք տարածել եք եւ ցույցել եք որպես կերտ տեղեկություն սպասող բանակցության մասին, իրականում ոչ գրքվել, ոչ հաստատվել է։ Այս դեպքում դատարանի գործողությունները սկսեց կանոնավորումից, ոչ եւ Ну, мы прекрасно все понимаем, что это было политическое преследование. Никаких доказательств, никаких юридических оснований для задержания и даже возбуждения уголовного дела не было. Это был политический заказ, который был исполнен соответствующим. Безусловно, это идет от властей, вероятно. Не знаю, насколько высоко. Я не удивлюсь, если это дал приказ конкретно Никол Пашинян. А конкретно приказ о моем задержании был со стороны Аркишлики Армяна, главы Следственного комитета Армении. Нет, нет, это было связано с... Мой арест связан с другими акциями, он связан с теми контр-акциями, которые мы проводили перед российским посольством, когда сторонники Украины проводили там акции, мы приходили и не давали их провести, потому что мы считаем, что Украина ведет откровенно вражескую политику по отношению к Армении. И что примечательно, сегодня опять заседание суда назначили в день годовщины, когда началась эта спецоперация на Украине. Но я уверен, что этим преследованием меня, первое уголовное дело во время прошлых митингов прошлогодних, которые начались, было открыто как раз таки на меня. Меня задержали не первым, арестовали, но дело было открыто первым. И оно не добилось совершенно ничего, только власть дискредитировала себя в очередной раз. Также я уверен, что мы в итоге придем к оправдательному приговору.